Механические органы очень редки. Во всей России этих гигантских духовых инструментов всего три. И так уж случилось, что один из них находится во Владивостоке, а точнее в католическом приходе Святой Богородицы. Это здание даже издалека трудно не заметить. Однако съемочная группа 8 канала приехала сюда вовсе не из-за органа, но исполнителя ради. Французский гений неоклассической музыки. Коллеги называют его вторым Моцартом. Франсис Видиль. Уже второй раз во Владивостоке. В январе он успел дать несколько концертов в том же соборе, а также побывать на передаче «Время говорить», где делился подробностями своей музыкальной, а также актерской карьеры. Франсис Видиль, помимо прочих талантов, играет в театре и кино. После своего отъезда из приморской столицы органист не расслаблялся ни на день. Дважды я успел побывать в Соединенных Штатах и там же выступал с концертами, а также учил детей. У меня там были свои ученики, представляете? Некоторые из них, вы не поверите, были из России. Второй визит французского Моцарта состоялся в конце прошлой недели. Однако Франсис успел дать уже два концерта в стенах все того же католического прихода. Обещал, что приедет еще, на этот раз с педагогической миссией. О том, почему его снова и снова тянет в Приморье, ответил прямо. Люди здесь абсолютно удивительные. Кстати, и церковь здесь прекрасная. Я даже несколько обескуражен и приятно удивлен, что я тут снова и так быстро. Из весны в лето, так сказать. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.